С наступающим Новым Спасибо. годом. Берегите себя, своих близких. Спасибо, вас также. С наступающим вас. Спасибо большое. Фонд продовольствия «Русь» совместно с региональным штабом Народного фронта Московской области вручили двум многодетным семьям, проживающим в поселке Краснознаменский, продуктовые наборы и сладости в преддверии Нового года. Это уже давно стало доброй традицией помогать перед праздником тем, кому особенно важны поддержка и внимание. Это многодетные семьи, это одинокие пенсионеры, это семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Самое главное – здоровье. Берегите себя, своих близких, укрепляйте иммунитет. Всем спасибо, всех наступающим Новым годом. Счастья, здоровья. Здоровье самое главное. Всего для жителей городского округа Щелково подготовлено более 200 продуктовых наборов. Они будут переданы адресатам к праздничному новогоднему столу. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.